Спасибо большое за лайк под последним роликом. Так как вы набрали 600 лайков слишком быстро, я даже не успел пойти записывать новый ролик. Поэтому сегодня же я иду записывать новый летсплей. Ну а пока что новый Bed Wars. Ломаем, 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 ломаем. Кровать сломали. Минус кроватка, дружище. Ты не заметил, как бы тут что-то изменилось в твоей базе? Тут кроватка пропала одна. Я сломал, получается, красных, если я не ошибаюсь. Я сломал зеленых, я сломал желтых, я сломал голубых. Стоп! Что? Я сломал всех! Перед просмотром моего ролика советую вам подписаться на канал Тедди. Это прикольный парень, который снимает ролики по Skywars на Vime World. И вов, он снимает ролики каждый день, ну или же почти каждый день. И несмотря на то, что он снимает ролики каждый день, он все равно не перестает стараться. Так что парень красава, кстати говоря, оформление у него тоже крутое. Ну и ссылочка на парня будет в описании, можете переходить подписываться, оценивать его канал, ну а мы погнали дальше. Всем привет, ребят, с вами я Тумка, и сегодня мы поиграем вместе с вами в Bed Wars на сервере Hypixel. И сегодня мы будем выполнять просто офигеть какой крутой челлендж. Я еще никогда не выполнял такого крутого челленджа, это реально было просто здорово. Челлендж этот заключается в том, что мы будем всех убивать по списку справа, то есть справа будут отображаться все выжившие кровати, и мы будем ломать все с первой до последней. И, ребят, вы не поверите, но в этой серии я сломал почти все кровати, которые вообще существовали. Поэтому серия получилась жесть какая эпичная. И, кстати говоря, хочу сказать то, что я забыл использовать шейдеры в этом ролике. Поэтому, к сожалению, я буду играть без шейдеров, так как я забыл их включить, поэтому извиняюсь. Ну что ж, ребят, я вам желаю приятного просмотра. Я надеюсь, что вам понравится мой ролик. Но мы приступаем, погнали! И вот мы появились в нашем бедварсике, потому что наша первая карта, ну хотя, наверное, она будет единственная, так как бедварс немножко долгая мини-игра, если она будет реально долгой и здесь, то, скорее всего, будет только один раунд. Однако, этот раунд должен быть реально эпичным, потому что в этом раунде я буду выполнять реально крутой челлендж. И, как я уже говорил пару секунд назад, челлендж заключается в том, что мы будем убивать всех по списку справа. То есть, видите, я как бы синяя команда, я нахожусь второй в списке. А мы будем идти с самого первого до последнего. В самом верху у нас красные, получается, сначала я должен сломать красных, и только потом уже я буду думать об всех остальных. Посмотрим, насколько это будет тяжело. Или не тяжело, в общем-то, наверное, я знаете, что сделаю? Наверное, просто чуть-чуть совсем застрою кровать, особо париться с этим не буду. И пойду сразу же ломать красного, потом пойдем к зеленым, к желтым и так далее. В общем, вы понимаете. А я тем временем ставлю последний блок и погнали, в общем-то, к красным. О, у них уже простроено все, но нет, я лучше вот так вот к ним пойду. Воу, я уже совсем близко, отлично, я уже прыгаю вниз и ломаю кроваточку. Минус кроваточка, красные. Где вы там тусуетесь? Че это у вас кровати нет? А, это один пацан. Эх, чувак, как же ты не углядел за своей кроватью-то? Обидно так-то, мне было бы обидно на твоем месте. Так, знаете что, я даже броню покупать не буду. Просто он хочет пойти ломать меня. Нет, братуха, не надо так делать. Так-то ты чего? Я что-то и не подумал об этом. Зато он мне подарил два алмазика. Спасибо, я что-нибудь сейчас попробую себе улучшить. Например, броню можно себе улучшить, почему бы нет. И скрафчу себе еще немножечко блоков. Не, знаете что, надо скрафтить мне кирочку получше, потому что моя кирка не очень. Деревянная она такая себе. Вот, и скрафчу себе, самое главное, два динамита и одно золотое яблоко. Это мне очень поможет в ломании кровати противников. В принципе, каменного меча мне более чем достаточно, потому что, да я и им, в принципе, могу всех убить. Так, дальше мы идем, получается, к зеленым. Где зеленый? Ага, зеленый там. Он уже простроен к центру или нет? Он вроде как простроен. Тогда ладно, давайте пойдем на центр, заодно добудем там немножко эмеральдов. И уже по его мосту. А, блин, у меня блоки закончились. Да ладно. Ладно, тогда заодно улучшу себе скорость копания. Так, а нет, смотрите-ка, они не совсем простроены, но смотрите. В принципе, зеленый простроился к желтому, а желтый простроился к центру. Так что можем пойти сейчас к желтому. С желтого уже пойти к зеленому. И там, короче, его уже. И там уже, короче, с ним разобраться. Так, где там они? Ага, у них кровать не сломана. Он вообще не знает. О, он сейчас ко мне будет, походу, идти. Ладно. А, будем, наверное, знаете, как поступать. Будем, наверное, подниматься вверх! Да, уж это было не очень. Ладно, заход номер два. Привет, дружище. Здорово, бро. Давай-ка я тебя скину. Так, это желтый или кто? Так, это желтый, но я ломать его не могу, так как я должен сломать зеленого. Что это сейчас было? Лол. Так, ставим динамитик. Кто это меня сейчас там бил? Лол. Я не понял, что сейчас произошло. Но ладно, ломаем ему кроватку. Отлично, кровать сломали. И погнали. Теперь дальше у нас идет желтый. Кстати, нам могут спокойно сломать сейчас кровать из-за того, что. Ай! Что творится? Лол, меня бьет какой-то невидимый пацан. Да ладно! Он под невидимкой, короче, ну нафиг. Ладно, кровать его мы сломали. Это, в принципе, самое главное. Вот. Цель мы нашу почти выполнили. Осталось еще парочку кровати. Давайте мы скрафтим опять блоки. Скрафтим себе еще один динамит, так как динамит, в принципе, вообще имба, он как бы всю работу за меня делает. Также можно скрафтить хотя бы простенькую кирочку за 10 железочка. Я в этой катке вообще ни изумруды не добывал, ни алмазы, там алмазы только с парня добыл. А изумруды я совсем не добывал, ничего не крафтил за них. Думаю, они мне могут в этой игре даже, в принципе, и не пригодиться. Так, ладно, мы идем сейчас к желтым. Следующее в списке у нас желтые, поэтому желтые, я иду к тебе. Оп, прыгаем здесь и давай, 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 быстрее, быстрее, пока он меня не спалил, быстрее, ломаю, 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 ломаю. Отлично, сломал. Отлично, минус кроватка. Он еще и подлаганул немножко, он немножко лагает. Отлично. Его мы тоже сломали на самом-то деле. Ничего себе, жестко мы на самом деле разъехались. Так, надо сейчас знать что. Надо, короче, купить мне лук и стрелы. Это, в принципе, мне очень пригодится. Это очень полезная на самом деле штучка. Ладно, еще два железка возьмем, скрафтим себе фаербольчик. О, желтый? В смысле? Ты че здесь? Что? Что это сейчас было? Так я же убил его. Как он здесь появился? Ладно. Так, значит, покупаем фаербольчик. Главное, чтобы за это время нам не сломали кровать. Потому что, в принципе, это более чем вероятно. Я вообще не смотрю за своей кроватью. Я вообще фиг знает, куда от нее ушел, а моя кровать находится вон там. Вот. Да и вроде как всем пофиг, в принципе, на мою кровать. Это как бы хорошо, это даже отлично.
отлично. Так, крафтим, значит, еще один динамит, скрафтили. И погнали уже ломать, кто там здесь следующий в списке. Следующий в списке у нас голубой. Ну что ж, голубой, я как раз тебя вижу. Я как раз могу сейчас тебя скинуть с луком. Отлично, я тебя скинул. И мы бежим ломать голубого. Надеюсь, у него. Что это? Надеюсь, только это не обсидиан, умоляю. Прошу. Да ладно, это обсидиан, что ли? Это шутка или серьезно? Вы че гоните, братан? Ты реально застраивался обсидианом? Да ладно, блин, ты че гонишь, что ли? Как ты хочешь, чтобы я тебя сломал теперь, блин? Я, конечно, понимаю все, как бы Ката или Кейт. Ты меня даже не бьешь, как бы. Я тебя даже убивать не хочу, потому что ты зареспавнишься зря. Что? Она мне. А, офигеть, начала меня бить. Так, не надо, не надо. Ясно. Короче, ребята, у нас серьезные проблемы против нас. Как бы обсидиан, это немножко сложно из-за того, что. А, у меня есть много золота, окей. Я могу скрафтить себе алмазную кирочку. Отлично, она у меня есть. Блоки скрафтил, меч получше скрафтил. Что еще такое скрафтить? Ну ладно, здесь динамит мне даже в принципе не понадобится. Главное, знаете, что мне нужны золотые яблоки, потому что он будет постоянно респавниться. Будет постоянно мне мешать, делать там мне нужны золотые яблоки. Хотя бы одно золотое яблоко для того, чтобы я мог его есть, чтобы регениться, пока он там будет пытаться меня убить. Так, оно у нас здесь находится. Ну и погнали ломать голубого. Ё-моё, это далеко сейчас к нему бежать. Он где-то там находится. Да, вон он, вижу его. Кстати, у нас есть еще эмеральдики. Мы можем за эмеральдики прокачать себе алмазную броньку. А то, блин, у нас броня вообще какая-то бомжатская. Я, в принципе, да, за эмеральды вообще ничего не покупал в этой игре. Ладно, погнали к нему. Так, 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 он отвлекается, отлично. Точнее, она, это Кейт. Это Кейт. Лан, лан, ломаем, 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 пока она отвлекается на нас. Не на нас, точнее, а наоборот, вообще не отвлекается. Лол! Ты серьезно, бро? Вот ты даешь. А, стоп, он идет ломать мою кровать, походу. Эй, братан, у меня лука нет. А, он даже не бежит к моему острову. Ясненько, бро. Ну давай побежим с тобой. Подавай мне эмеральдики. Я сейчас убью тебя. Заберу твои эмеральдики, в принципе. Давай, давай, давай. Отдавай мне свои эмеральдики, давай. Че, тебе жалко, что ли, эмеральдики мои? Ладно. Сколько там у него было эмеральдиков, мне интересно. А, ноль? Или я просто ничего не получил? Ладно, в любом случае, мы теперь должны пойти к белым, а после них уже к розовым остались всего лишь две команды с кроватями. Так, где белые? Где находятся белые? Я их не вижу. Ага, вон белые. Так, так, так. Ну-ка, что у них там такое? В принципе, блин, у меня нет динамита, это проблема. Кстати, я почему-то говорю у них, хотя он всего лишь один. Не знаю, зачем я так делаю. Ну ладно. Ломаем, 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 ломаем. Кровать сломали. Минус кроватка, дружище. Ты не заметил, как бы тут что-то изменилось в твоей базе. Тут кроватка пропала одна. Так, ладненько, давайте мы сейчас крафтим себе фаербольчик. Также нам надо золото, чтобы скрафтить динамит. Так что давайте я сейчас свалю. Пойду на центр, добуду еще 4 изумруда, скрафчу себе алмазную броню. И пойдем уже сломаем розового и покончим с ним. Мы остались один на один. Я против фаербласта. Кстати, катка реально эпичненькая получается. Сколько кровати сломал? Ё-моё, я сломал, получается, красных, если я не ошибаюсь. Я сломал зеленых, я сломал желтых, я сломал голубых. Стоп! Что? Я сломал всех? Боже, я что, сломал все кровати? Серого я не помню. Нет, серого я не ломал вроде. Серого я не ломал, потому что я до него еще не дошел. Окей. Я уж думаю, ё-моё, слишком что-то жестко. Ладно, давайте скрафтим лук и стрелы. Они нам, в принципе, пригодятся. Так, и что еще? А, блин, у меня 4 изумруда, но мне надо, блин, побольше, чтобы броньку так-то купить. Он-то знает то, что как бы у меня только кровать осталась, и он будет стараться сломать мою кровать. Хотя мне это даже выгодно, если он пойдет ломать мою кровать. Я пойду сломаю его кровать, а потом просто убью его. Вот, однако, знаете, что можно? Все-таки можно пойти к нам обратно на базу. У меня уже 8 изумрудов как раз. Я даже обсидианом застроился. Боже, что я только что сделал? Я мог его оставить для моей базы. Ладно, смотрите, что у меня за идея. У меня 8 изумрудов, и я предлагаю самому себе, вместо того, чтобы купить себе броньку или что-то такое, я просто куплю себе что-нибудь другое. Например, сейчас вам покажу, что. Например, для начала я куплю себе меч нормальный, а за эмеральды я куплю себе обсидиан. Йоу, почему бы нет? Зато он меня так никак не сломает. В принципе, ну как бы он сломает меня, но он будет очень-очень долго меня ломать. И я смогу спокойно, в принципе, уходить далеко от моей базы, не бояться то, что он меня может сломать. Так, 2 блока еще поставил, и еще 2 блока сюда. Раз и два, и отлично, готово. Наша база теперь из обсидиана, теперь можем это все застроить. И все, в принципе, смотрится как-то беспалевно, как будто бы там из ничего такого крутого не застроено. Но когда он придет к нам, он немножко, мне кажется, переофигеет. Воу, я еще скрафтил одного голема. Слушайте, отлично. Пойду просто к нему на базу, постреляю в него, кину в него фаербольчик. И еще и заспавню голема в придачу. Короче, парню просто хана. Сейчас мы его заспамим по полной. Так, где он там находится? Розовый где-то там должен находиться. Я вижу там его блоки. Значит, он где-то там, наверное. А, нет, вот он. Это желтый. Нет, стоп, это не розовый. А, вон розовый. Главное, чтобы он нас не скинул, потому что, в принципе, ну ладно, правда, кровать у меня и так есть. Но все-таки я бы не хотел, чтобы он меня скинул, так как я бы потерял кучу ресурсов, которые я долго достаточно добывал. Так, я уже близко, бро, не скидывай меня, пожалуйста. А, вот это же вот. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, надо отойти немножко подальше, а то я не могу ни видеть, ни бежать. Надо, короче, заспавнить к нему на базу. Голема, все, голем, справляйся там с ним дальше. О! Он моего голема убил. Ты че, офигел, бро? Офигел вообще, голема моего убивать. Значит, ну ты, блин, иди отсюда. Иди отсюда, блин, голема моего убивать так будет. Да ладно, ломаем. Ломаем, ломаем, ломаем. Ой, боже, этого нам еще не хватало. Ну, ясненько. Тогда, к сожалению. А, я же забыл то, что. Я же знал то, что у него было из обсидиана. Я совсем про это забыл. Так, 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 давайте, 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 сломаем его. Так, мы его, значит, убиваем. Стоп, стоп, мы его убиваем и начинаем сразу ломать. Давай, 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 быстрее ломайся. Быстрее ломайся, сломали. Отлично, мы красавцы просто. Теперь съедаю золотое яблочко и просто скидываю его вниз в бездну. Давай, бро. Улетай отсюда, мы его скинули. Боже, это такая крутая катка получилась, ребят. Я взял 9 киллов, знаете, как бы, ну, вроде немного киллов. Но я сломал, кажется, все кровати в этой игре. Самое забавное то, что у меня сейчас 9 часов утра. Это моя самая первая игра. Я просто зашел, как бы, потренироваться. Думаю, ладно, так что быть, запишу. И, в общем-то, я затащил. Я сломал.
сломал где-то 6 кроватей, что ли, если не больше. Это на самом деле реально здорово, ребят. Я надеюсь, что вам мой ролик понравился. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк. Ну а я с вами прощаюсь, всем до новых встреч. Увидимся в новых роликах и пока!